В Минске уже в 19-й раз проходит международный теннисный турнир «Кубок Павлова», за наградой которого борются 32 девушки. Половина участниц – представительницы нашей страны, однако немало и гостей из Турции, России, Украины, Сербии и других государств. Призовой фонд соревнований составляет 25 тысяч долларов. На протяжении многих лет турнир является одним из крупнейших спортивных событий столицы и за время своего существования раскрыл немало теннисных звезд. Кубок Павлова и на этот раз собрал лучших юных теннисисток своих стран. Средний возраст девушек 19-20 лет. Однако есть и более молодые участницы. Белорусские на их фоне выступают достаточно неплохо. Сегодня прошли матчи квалификации и часть поединков основной сетки. Соотечественниц из квалифая вышло немало. Это Арина Соболенко, Анна Сокол, Анна Кубарева и многие другие. Финал парного разряда состоится 13 ноября. Победитель одиночки определится на следующий день. Кто бы ни стал триумфатором, каждая теннисистка как минимум приобретет на минских кортах бесценный опыт. На самом деле к нам приехало очень много хороших девочек. Состав неплохой. Интересно очень участвовать, играть со старшими. Неплохо играю. Так, дали вайлдкарт, дали попробовать, поучаствовать. Я стартую с основной сетки, минуя квалификацию. Но по уровню и рейтингу я ниже своих соперниц. В парном разряде мы сеяны, и здесь намного легче выступать.